Так, друзья, короткая информация для новых зрителей. Мы на основе текстовых запросов и нейросетей генерируем прекрасные, красивейшие изображения. Вы примеры некоторые можете видеть сейчас на экране. Плюс делаем анимацию. И сейчас в этом видео мы с вами создадим вот такие изображения на такой вот запрос. Это будет дом с фиолетовыми стенами, окруженный цветущим садом, ну и так далее. Все остальные параметры вы можете видеть сейчас на экране. Давайте просто скопируем данный запрос и посмотрим, что у нас из этого получится. Использовать будем две нейросетки, Leonardo и Midjourney. В Leonardo мы делаем вертикальное изображение 720 на 1280, зададим вот этот запрос, специальное поле введем, то есть всегда интересно, что из текстового запроса у нас получится. Нажмем генерировать, и здесь мы не будем подглядывать, а перейдем сразу в нейросеть Midjourney, чтобы создать несколько изображений, то есть несколько вариантов, их будет 4. Мы отправим запрос и здесь будем смотреть, но для вас это произойдет за несколько секунд, на самом деле изображения создаются в течение минуты. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот такие прекрасные, замечательные изображения у нас получились. Посмотрите, какая же это красота. Просто полюбуйтесь. Ну и не забываем, что у нас есть еще нейросеть Leonardo. Здесь вот такое прекрасное изображение нам создала нейросеть Leonardo. Кстати, мы создаем изображение в Leonardo именно в 3D формате, то есть чтобы вот была такая разница, разные изображения. И сейчас вот из этого изображения мы с вами сделаем крутую анимацию. Давайте мы прямо сейчас это сделаем. Рассмотрим сначала изображение, посмотрите еще раз, какая красота. И теперь для создания анимации перейдем в специальную раздел Motion, откроем, здесь мы выберем наше изображение созданное, отметим его, нажмем сгенерировать и посмотрим, что у нас получится. Это занимает около минуты, но для вас это займет несколько секунд. Да, прошу прощения, друзья, это не 3D формат, то есть я в этот раз не выбрал 3D формат, выбирается это вот здесь. В следующий раз мы с вами выберем этот формат. Вот такая красота у нас получилась. Давайте рассмотрим поближе. Посмотрите, ну просто замечательное изображение у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Но не забывайте, скачивать можете абсолютно бесплатно. Для этого информация есть либо в описании канала, либо под видео. Также буду очень благодарен за лайк, за подписку, за рекомендацию этого видео друзьям. До связи, до следующих видео. Пока!